Математика для роботов. Значит, здесь мы будем учиться складывать, вычитать, умножать и делить буквы, треугольники и цифры всякие разные. Обычно, когда мы думаем про сложение чего-нибудь, там, например, 1 плюс 2 равно 3, мы думаем об этом как о прилеплении чего-то к чему-то. Там, я не знаю, одно яблоко плюс два яблока получается три яблока. У каждого яблока должен быть обязательно хвостик и листик только одно. Значит, вот в этом, в этот раз, в этих объяснениях давайте попробуем посмотреть на то, что такое сложение, умножение, деление и вообще равенство. Немножко по-другому. Для этого мы уберем вообще все цифры, к которым мы очень привычны, потому что, смотря на цифры, мы делаем все одинаково. Поставим вместо них буквы или какие-нибудь символы. И вообще подумаем о том, что такое знак равно, как таковой. Так вот. Что такое равно? Знак равенства? Это же знак равновесия. О нем можно думать как о чашках весов. Знак равенства говорит, что чашки весов находятся в равновесии. Значит, то, что на одной чашке весов такого же как бы количества или имеет такие же свойства, что и на другой чашке весов. И, соответственно, если вы хотите, чтобы знак равенства был правилен, то если вы кладете что-нибудь на одну чашку весов, например, одно яблоко, желтое яблоко, то вам обязательно нужно точно такое же яблоко с красной сердцевиной положить и на вторую чашку весов. Только тогда сохраняется равенство и равновесие. Но вообще вот этот принцип равенства, и используется в том, что мы будем дальше делать, в решении всяких уравнений и в преобразовании разных уравнений. Например, представьте себе такой пример. Вам надо найти А. Конечно, многие из вас скажут, что вы сразу же переносите Б вправо, ставите его с противоположным знаком, и получается такая штука. Но что на самом деле мы делаем, когда мы переносим Б слева направо или делаем другие манипуляции? Что мы на самом деле делаем? Мы добавляем с двух сторон в уравнение одно и то же число. Если бы я вас спросил, чтобы А осталось здесь одно, что нужно сделать с левой частью уравнения, чтобы А осталось здесь одно? Нужно как-то избавиться от Б. Если вы знаете, что избавиться от Б можно только бросив, добавив что-то с левой и с правой частью уравнения, причем одно и то же. Что бы вы добавили с левой и с правой частью уравнения? Ответ на это, конечно же, нужно добавить с обоих сторон минус b. Сюда и минус b сюда. Потому что, как мы знаем, b и минус b уничтожаются. Получается такое уравнение. Плюс b и минус b дают в сумме 0, поэтому они уничтожаются. Ну, например,
плюс 2 минус 2 равно 0. Да ведь? Вот. Они уничтожаются. И у нас остается ответ А равно С минус Б. Соответственно, когда мы говорим, что мы переносим, как в первом случае, B на правую и на другую сторону уравнения, и получаем минус B с отрицательным знаком, что мы делаем на самом деле, в уме, не осознавая того, мы добавляем с двух сторон минус B, плюс B минус B сокращается, и остается такое уравнение. Кажется, что это слишком долгий способ, чтобы решить что-либо. Но, как я хочу показать, в будущем это самый простой способ. И, как мне кажется, самый короткий способ в решении довольно более сложных уравнений. Почему я назвал этот проект «Математикой для роботов»? Еще потому, что этот способ требует меньше всего думания. Думание в том смысле, которым думает человек. Он требует больше думания такого, которое нужно роботу. То есть выполнять одну и ту же операцию нужно очень-очень много раз. Поэтому такой способ сначала проще понять и применить, а потом появляется в нем очень много, даже в таком бездумном способе делания вещей, появляется очень много возможностей для творчества и человеческого думания.